Помните, перед взлетом всегда необходимо пройти проверку состояния космического корабля у техников. Так вы продлите жизнь своему кораблю и себе. Блин, башка просто раскалывается. Такое ощущение, что какой-то добрый дядя вчера подошел сзади и огрел веслом по голове. Да, ничего не помню. Точно, пиво было лишним. А, это ты? Чего надо, блин? Не видишь, мне плохо. Верно подметил. Чего смотришь? Здесь тебе не музей. Или говори по делу, или проваливай. Могу посмотреть и даже отремонтировать, но это будет стоить 300 кредитов. Вот и отлично. Принимай корабль. Нужен будет техник, обращайся. Нашей работы зависит нормальное функционирование базы, а ты только мешаешь. Не мог бы ты отойти? Превосходно. Вот, возьми. Это твои премиальные. За хорошо проделанную работу. Но, боюсь, не все так хорошо, как хотелось бы, Трис. Капитан Кейсел введет тебя в курс дела. Ему сейчас не помешает помощь бывалого наемника.
Это ты тот наемник, которого должен был прислать Доган, а? Один из отрядов наших пехотинцев попал в засаду на планете Ярент и ждет подкрепления. Отряд преследовал рейдеров, которые регулярно нападали на наши транспортные корабли. Их корабль сел на Яренте. Есть предположение, что на этой планете, возможно, находится одна из баз рейдеров. Наши парни, не дождавшись подкрепления, решили захватить их врасплох. Тоже мне герои хреновы. Короче, теперь надо спасать их. Это неудивительно. Ярент — безжизненная планета. После катаклизмов жители покинули планету. Верно, парень. Я понимаю, что это будет сделать нелегко, и шансов, что они живы, практически нет. Но мы обязаны прийти им на помощь. Ярент — планета рейдеров. А это значит, что наши ребята в полной заднице. На словах вы все герои. Смотри, чтоб за вами еще одну команду добровольцев не пришлось посылать. У меня больше людей нет. Эти бойцы полетят с тобой. Там вам придется не сладко, я знаю. Но только слабаки ищут легкие пути, а настоящий солдат идет на пролом. Удачи! Ну, чего тебе? Ты так и будешь стоять здесь с умным выражением лица? Или, может, что-нибудь скажешь? Да ты просто гений, ну надо же. Да, здесь склад. Что-нибудь еще? Ну, так, немного. Так что говори, чего надо. Или вали отсюда. С главным. Главный перед тобой. Я здесь всем заведую. Принимаю товар, распоряжаюсь расходами, занимаюсь поставками. Все на мне. Так что смело говори, что тебе надо. Ясно. А что именно тебя интересует? У меня давно не было новых поставок товара на склад, но кое-что еще осталось. Легко. Здесь у меня на складе всего хватает. Выбирай и покупай. Thank you.
Привет! Чего тебе? Купить что-нибудь хочешь? Или продать? И для начала покажи. Я не собираюсь покупать кота в мешке. Давай-ка показывай, что там у тебя. От нашей работы зависит нормальное функционирование базы, а ты только мешаешь. Не мог бы ты отойти? Я вижу, вас что-то интересует. Посмотрите, что я вам могу предложить.
У меня есть отличный товар для молодого человека вроде вас. Товарищи пассажиры и гости станции, наш круглосуточный бар всегда к вашим услугам. Господа пассажиры и гости станции, в наших торговых терминалах имеется широкий ассортимент различных микросхем. Господа пассажиры и гости станции, запастись питьевой водой перед перелетом вы можете в любом торговом терминале. Здравствуй, здравствуй! Что привело тебя на станцию Демократического Союза? Надеюсь, ты не шпион империи? Посмотрим, пощупаем. Так-с. Ну, тут минимальный ремонт. Это тебе обойдется в 400 кредитов. Дело твое, и корабль тоже. Да я пошутил, парень. Если нужно что-нибудь, обращайся. Уважаемые гости станции, предлагаем вам серию захватывающих экскурсий по звездной системе. Желающие... Здорово, парень. Выглядишь рассеянным. Ищешь чего? Не вопрос. Выбирай. Господа пассажиры и гости станции, в наших торговых терминалах имеется широкий ассортимент различных микросхем.
Господа пассажиры и гости станции, запастись питьевой водой перед перелетом вы можете в любом торговом терминале. Уважаемые гости станции, предлагаем вам серию захватывающих экскурсий по звездной системе. Желающие могут записаться у администратора. Здорово, парень. Выглядишь рассеянным. Ищешь чего? Я занимаюсь такими делами. Сейчас гляну, что там у тебя. В кабинете начальника станции на совещание. Thank you.
Сдаться, падла! Валим, сучок! Умри, скотина! Молись, падла! Граната! Сдохни! Сдохни! Этот урод подстрелил меня! Thank you.
Кто? Ты кто такой? Нет, мне уже не поможешь. Попал под гранату. Внутри костюма сплошное месиво. Брось меня! К черту! Оставь меня! Есть дело гораздо важнее. Эти ублюдки забрали у майора секретные чертежи нашего новейшего истребителя. Нельзя допустить, чтобы они остались у них. Они продадут их имперцам. Слушай меня, наемник. Я умру спокойно, если буду знать, что ты вернешь эти бумаги нашему командованию. Главное, это черт... Выходи, будь мужиком! Как в пропасть провалился? Смотался. Куда он делся? Смотался. Как в пропасть провалился? Отведай свинца! Сейчас ты сдохнешься, Павур! Ты попал, парниша! Хана тебе! Гусиха этого ура! Гусиха этого ура! Слышь, ты куда так ужалился? Мне кранты! Палим засранца! Сейчас ты сдохнешь, собака! Гнида! Ответ! Гусиха этого ура! Все, допрыгался! Хана тебе! Кажись мне, кранты! Кранты! Сдохни, мразь! С
сейчас! Сдохни! Кажись мне кранты! Ах ты ж, проклятый! Приготовься сдохнуть! Кажись мне кранты! Этот урод подстрелил меня! Сдохни! Сдохни! Приготовься! Допрыгался! Валим, засранца! Молись! Отведай свинца, падла! Валим, засранца! Прихвана! Тебе конец! Ложись! Молись, папа! Я сейчас откинулся! Граната! Ложись! Тебе конец! Отведай, свекажись мне, кранты! Гнида! Вкуси-ка этого, урод! Beep beep beep.